I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my чувства, конечно, испытываю произносить, как бы, и помимо того, что понятно, очевидных каких-то вещей, ну, а кроме очевидных вещей, честно говоря, сказать нечего, с другой стороны, кроме пожеланий и благих, и самых лучших, и так далее. Ну, как, в каком-то смысле, действительно, это какой-то этап такой в нашей жизни всех, да, потому что мы как-то, наверное, сами почувствовали, что прошло уже много времени, очень быстро. И, как бы сказать, какое-то такое событие каким-то образом обозначило, что, собственно, мы уже как бы уже давно знакомы, собственно говоря, и давно, давно все это происходит. И, ну и что, и, конечно, хорошо, что, как бы сказать, что то раз-то произошло, то есть совсем, со всеми, грубо говоря, родовыми муками, извините. I've taken my bows. Curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Очень вас прошу, Богом заклинаю, любите друг друга. Поверьте мне, что ощущение любви, поддержки и взаимопомощи, которое есть в коллективе, должно быть в коллективе непременно. Это залог успеха. Будьте друг другу снисходительны, будьте терпимее, помогайте в любой ситуации, спешите на помощь, потому что это всегда зачтется. Слова громкие и пафосные, но поверьте мне, что это, мне кажется, просто самое важное для работы в такой важной структурной единице, как редакция новостей. Будьте друг другу снисходительнее и поверьте мне, что вам будет всем лучше, легче и... Наверное, будет почва благодатнее. Мне вас будет дико всех не хватать. 10 секунд. Особенно первое время. Но я надеюсь, что все вы остаетесь не только в моем сердце, но и в моей телефонной книжке. Мы все будем видеться и общаться. Спасибо. Ура!